Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для GetHeavy Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Fluxus. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. И работает он на версии Roblox от Microsoft Store. То есть, чтобы поиграть вам с читами, вам нужно скачать Microsoft Store, если у вас его нету. И через него уже заходить в Roblox и играть с читами. Также видео оставлю в подсказках, как его скачать, как получить ключ. Сложного там ничего нету, когда посмотрите, я думаю, поймете. Дальше в поиске пишем нужный нам режим, нажимаем поиск. И на данный момент есть только один скрипт на этот режим. Больше, к сожалению, у меня не получилось найти, потому что он вышел буквально недавно. Пару недель назад, может быть, неделю даже. Вот, и только один смог найти. Значит, смотрите, чтобы получить скрипт, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз «Скачать». И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт. И дальше нажимаем кнопочку «Ввести», то есть «Inject». И ждем, пока заинжектимся. Так, все, инжект вроде бы как прошел. Нажимаем кнопочку «Запустить» и смотрим. Да, все, скрипт появился. Отлично. Значит, смотрите, когда у вас пропадает вот эта надпись Inject Fluxus, то, скорее всего, у вас получилось заинжектиться. Так, ну, в принципе, давайте тестить. Функциям, ну, довольно много. Так, первая функция это Veikt Farm. Вроде бы так это читается. Включаем и смотрим, что происходит. И, как видите, с помощью этой функции я автоматически собираю все вот эти килограммы, ну, типа гантели, там, не знаю, утяжелители, которые разбросаны на этой локации. То есть они автоматически собираются. Прикольно. Дальше идем. Винс фарм. Включаем и смотрим, что происходит. Как видите, меня тпхает на финиш, скорее всего, какой-то. И тем самым я зарабатываю победы. Как видите, эта функция тоже работает. Все четко. Так, выключим пока. Автореберст. Давайте посмотрим, хватает у меня на него или нет. Нет, не хватает. 100 тысяч силы нужно. Окей, но у меня столько нет, к сожалению. Также можно выдать себе скорость. Любую, какую хотите. Допустим, 50 пишем. Enter нажимаем. И, как видите, я быстрее стал бежать. Можно, допустим, 100. И в два раза быстрее стал бежать опять. И последняя оставшаяся функция, это связано с открытием яйца и с питомцами. Давайте, в принципе, это проверим. Включаем автохэтч. Ну-ка, сколько яйцо стоит? 5 побед, отлично. Так, давайте подальше отойдем. Включаем и смотрим. Да, отлично. Автооткрытие работает, как видите. Все четко. Даже можете стоять абсолютно на любом расстоянии от яйца, и оно все равно у вас будет открываться автоматически. Все четко. Так, выключаем. Следующая функция это EQ Best, то есть одеть лучших питомцев. Нажимаем. И немножко, конечно, багуется эта функция, но питомцы оделись, как видите. Отлично. Так, сколько мне теперь прибавляется килограмм? Тоже по одному почему-то, странно. А на что тогда питомцы влияют? Ну, на эти килограммы и влияют стопы. Либо я что-то не так делаю. Непонятно. Ладно, здесь ломать что-то нужно или нет? Что-то оно само проходит. Короче, ладно, фиг с ним. И крафт ал, но скорее всего не получится скрафтить, потому что у меня нет нужного количества питомцев. Ну давайте проверим. Включим. И как видите, да, не получилось скрафтить, но ладно. В принципе, у меня на этом все. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был AceBan. Также не забывайте пользоваться моим сайтом, ссылка на него, как всегда, будет в описании. На этом все, всем удачи и пока.